Всем привет, ребята, меня зовут Саша, вы на канале Рыбка Плей. И сегодня, ребяточки, мы с вами продолжим серию видео с донатами в Храм Ветра. Итак, поехали. Но перед тем, как, ребяточки, задонатить и попробовать посмотреть на результат, я напоминаю вам, что мы разыграем 300 баксов, как только наберем на нашем канале 50 подписчиков. Осталось всего лишь 2 или 3 человека, не помню, сколько там было, по-моему, 48 подписчиков. Поэтому, ребяточки, подписывайтесь и заходите в Discord. Также будет разыгран еще интересный приз вот на тему игры Бисфарм Симулятор. Также не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь и прожимайте колокольчик. Ну, а мы, ребята, с вами сейчас сделаем очередной донатик. И посмотрим, ребята, что мы получим. Так, вот, мне нужно по квесту задонатить одно Basic Egg, да, базовое яичко. Так, у меня 327 миллионов, давайте посмотрим, хватит ли мне купить еще одно или несколько. 10 миллионов. Давайте задонатим штук 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Итого у меня их сколько там получилось? 10 штук. Отлично. И, ребяточки, перейдем в наш храм ветра и попробуем задонатить. Я надеюсь, что будет интересный результат. Посмотрим, что получится. Возможно, мы получим какие-то бусты. Честно говоря, я не помню по вики, какие там даются плюшки за донат Basic Egg. Вот, ребяточки, донатим с вами 10 базовых яиц и посмотрим, что нам выпадет. Так, давайте нам какой-нибудь бустик. Бустики падают. Я вижу, это паук x2 и пампкин x2, да? 30-40, 30-40. В принципе, то же самое и там, и там. А у нас здесь посмотрим что-нибудь. Так, а что там? 60 тысяч меда и 2 буста. Ну, в общем, надо, наверное, штук 50 или 100 донатить. Тогда, наверное, будет какой-нибудь поинтереснее бустик. Но пока мы этот используем. Так, Pineapple, Bamboo, Blue Flower, Bamboo, Clever, Sunflower. В общем, ни там у нас нет, да, никаких заданий. Посмотрим здесь по бейджам. Pumpkin и Spider. Pumpkin 2800. А Spider... это я его последнее время Spider 2200. Давайте на Pumpkin, наверное, пойдем. Мы сейчас, ребяточки, еще с вами вот туда слетаем наверх. И, ребята, если здесь выпадет на кого-то из, так, смотрим, Dandelion, понятно, x3, ладно. И давайте еще на всякий случай так сделаем, раз. Паук x3, все, идем на паука. Pumpkin пролетает, поэтому, ребяточки, давайте попробуем x2 храм ветра и x1. Еще мы с вами поймали из кубика. У нас сейчас, так, где там у нас наш спайдер, 2222, и посмотрим, ребята, сколько мы сможем нафармить за 15 минут на этом поле. Я, кроме вот этих бустов, больше сюда ничего не трачу. Вот, посмотрим, какой будет интересный результат, что мы сможем нафармить. Так, ночь наступает, надо еще сбегать туда наверх на матч на память, но я это сделаю уже позже, потому что не хочу упускать это время. Нам нужно на спайдере тоже бейджик получать. Это 40 билетов. Вот, у меня уже там 650. Скоро будет еще одно стар печенье. Также, ребят, напоминаю, что я собираю потихоньку 40 одаренных пчел, чтобы попробовать получить уже, да, Supreme Star амулет. И очень-очень надеюсь получить какую-нибудь пассивочку. Вот. Также у меня уже практически готовы все ресурсы на канистру, которая у нас в кокосовом магазине продается, да, кокосовая канистра. Вот, как только я насобираю все
напитки. Вот, я сразу же займусь фармом меда, там нужно 25 миллиардов. Я весь мед потратил на прокачку пчел. Мне это помогло в чем? Я теперь краба убиваю вместо 10 минут в районе 6, то есть где-то 3,5-4 минуты я на убийство сократил. Вот, также осталось пару убийств команды Чикина. И у меня уже будет мифическое яйцо за 50-е убийство. Гамми Спраут. Ребят, что делать? Бросаем паука, идем Гамми Спраут убивать, правильно же? Конечно, нельзя пропускать Гамми Спраут. Вот, еще и Гамми Спраут нам попался. Вообще замечательно. Сейчас мы его, ребяточки, быстренько зафармим, соберем. Здесь у нас клей падает, здесь у нас падают гамдропчики. Они нам понадобятся в ближайшее время. Вот, все зависит от того, какую мы сможем получить пассивку и что мы будем дальше делать, в какую пыльцу мы пойдем. Вот, пока что у меня, скажем так, универсальный улей, да, если можно так сказать. То есть я могу, в принципе, на любой пыльце более-менее себя комфортно чувствовать, но с уклоном в синюю. То есть у меня, конечно же, больше синих пчел. И вещи у меня, конечно же, для синей пыльцы, да, то есть Diamond маска, понятно. Вот, все остальное это уже, скажем так, варьируется. Все зависит от того, что у нас получится на выходе по пчелам. Вот, и по пассивке, если таковая у меня все-таки появится. Так, ребяточки, на данный момент мы с вами на X3 делаем паука. И мы что там имеем? Где-то в районе 160-170. Ну, конечно, на белой пыльце я не топовый фармильщик, да. Да и на синей, собственно, тоже. Но синяя, конечно, у меня в разы круче фармится. Так, ну, у нас была задача посмотреть, что нам дадут 10 Basic Egg. Для того, чтобы, во-первых, квест частично выполнить. Ну и, во-вторых, для того, чтобы вы тоже знали, что будет, если задонатить 10 базовых яиц в Храм Ветра в Бисфарм симуляторе. Вот, ребяточки. Так, давайте я немножко пофармлю и вернусь к вам через несколько минут. Так, ребяточки, у нас остается в районе 2,5 минут до конца буста, который мы получили. Я напомню, в Храме Ветра задонатив 10 базовых яиц, Basic Egg. Вот, и получили мы там X2 на поле паука. И также еще я через кубики единичку вот эту добавил X100%. Вот. И, ребяточки, посмотрим на промежуточный результат. Потом посмотрим уже в конце, сколько в итоге у нас получилось нафармить. Так, у нас было 2 миллиарда 222 миллиона. Сейчас, ребяточки, у нас 2 миллиона 447. 2 миллиарда 447 миллионов 460. Вот, это мы, значит, с вами заработали где-то 240 миллионов на этом фарме. Ну, плюс еще сейчас, сколько там осталось, 1,5 минуты. За 1,5 минуты по 250-300 тысяч в среднем в секунду мы идем. Это будет еще миллионов там, где-то 100, может быть. Ну, вряд ли даже, наверное, 100 будет, миллионов 50. Вот. Такой вот у нас сегодня получился донатик. Было интересно посмотреть, что за, ну, дадут за базовые яйца. Какие мы можем получить бусты. Так, у нас заканчивается уже рюкзак. Это первый раз я ни одного конвертера не использовал. Нас все время масочка спасала. Вот, то у нас что там с маской еще далеко, да? Ну ладно, придется идти выгружать, иначе это будет бессмысленно доигрывать эти минуту. Так, ну в общем, скорее всего, значит, на этом получается и у нас все. 20 секунд, пока мы выгрузимся, соответственно, время буста закончится. Вот, ребяточки, получается, нафармили мы, ребяточки, за это время
где-то 250 миллионов. Ну, такой себе результат, конечно, на синей пыльце. Я на самом обычном поле делаю в районе миллиарда, 900-950. Вот, при этом там даже не буст не через храм ветра, а просто вот там, да, из синего магазина. Вот, поэтому такое себе, конечно, удовольствие фармить на спайдер-поле пока что, да, для меня это бестолковая затея. Так, чисто для общего развития, потихонечку добиваем вот эти все бейджики. Вот, надеюсь, ребятушки, что вам это видео понравилось. Эта информация будет для вас полезна, поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте о розыгрыше 300 баксов, как только мы наберем 50 подписчиков. Осталось всего лишь несколько человек. Также заходите в наш Discord, там будут все правила, условия. И, ребяточки, будем с вами общаться и вместе играть. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.